Никуда не годится. Заново наберете. Взять работу на удаленку. А поработать можете у меня дома. Угодить шефу. Прошу. Премия за август и от меня немного. Спасибо. Да не, у вас есть права. И немного ему помочь. Можете поехать с нами. Но зачем? Чтобы пригнать машину назад. Что может быть проще? Я всегда мечтала увидеть море. Только несколько нюансов. Я помню, вам стало плохо. Будоражит дежавю. Вчера повязка была. Ошибка памяти. Я здесь впервые. Вас разыгрываю? Или чей-то хорошо продуманный план? Что-то случилось? По роману Себастьяна Жепризо. Мадам, а что за дядя там? Дама в очках и с ружьем в автомобиле. 19 марта в 20:25. Премьера на Еврокино.